Вот пошли две женщины, такие стильные, такие молодежные, у них такой спортивный вид, а им под 70 уже, наверное. Всем привет. Стою на станции, жду дочь со школы. Рано приехала. Только что стоп-трайн приехал, уехал, очень много народу. Села, сейчас в школе закончили тут дети. В английской. И многие уехали. Моя приедет на следующем. Погода у нас шикарная. Даже немножко жарковато. 24 градуса. Вот такие облака целый день. Ночью у нас была гроза. Такая очень-очень сильная. Гремела. Молния сверкала, и потом сильный дождик. Уже и следа от этого дождика нет. Вот поезд. Скорый проходящий. А ось уже и моя дитина приехала. Ну как? Сколько? Папа, я так и думаю. Ой, за кого я тебя забыла? Ну, я не знаю, будет там это будет или нет. Да? Мы так рота хрупкого опановку. Окей, и волка номер один? Эй. Ну вот, дочку высадила дома, а сама поехала за продуктами. Вот это католическую церковь я проезжаю. Ну вот, выехала я из Форт-Хоттена, сейчас через мостик перееду, и я уже в Лайдене. Бензин €98, дизель 2,02. Давно у нас не было таких прайсов. Дизель дороже на 4 цента, чем бензин. Это да. Не самое лучшее время для покупок. Сейчас дети возвращаются со школы. Ну, что поделаешь, это уже где-то 4:30. Березки, смотрите, какие. Здесь супермаркет Хофлет. Но я сюда еду, потому что хочу заглянуть в Экшен. Мне нужно там кое-что. Вот Снупи, эти всякие вкусняшки для собаки и туалетную бумагу. Цена на туалетную бумагу выросла везде. Так что теперь сам Бог велел покупать в Экшен. Ну, вот он, Экшен. А это я уже в супермаркете Альберт Хайн. Вот эти вот тресор любит моя дочь. Вот с темным шоколадом. Такие подушечки из кукурузной муки. Вот это все всякие разные сухие завтраки. Хлопья и не только.
ну вот показываю вам и цены, и ассортимент. Это я в Альберт Хайне XL в большом, в Лайдене, на 5 May Plan. Лайн, кто знает Лайден. Вот мюсли, крюсли. У нас еще до сих пор соблюдаются правила. Вот внизу обычно самые дешевые. Перед вами обычно на уровне глаз самые дорогие. Так что это по-прежнему работает. Вот всякие хлопья, это бринта, это варить, хавермаут, овсяные такие, как они. А это уже маргарины. И потом я покажу вам масло. Вот разное. Вот Бейсел, допустим, он один из лучших. Это там круассанчики стояли, тесто готовое. Нидерландцы используют очень много вот этот вот маргарин, этот спред. И вот такой вот жидкий для жарки. Это масло. И вот такие цены. Худе ботер называется. Разное масло, разная упаковка, ну и цены тоже разные. Но все выросло в цене. Процентов на 15-30. Вот это вот самое дорогое здесь. Хотя оно внизу. Но в самом низу самое дешевое. Это маргарин. А вот здесь самое дешевое масло. Это большие пачки, вот 2,49, там обычная пачка 250 грамм. А это вот уже десерты, молочные отделы, вот тут это фла, я даже не знаю, как это назвать, это не йогурт, это не кефир, ну вот сладкое с разными вкусами, шоколадный, ванильный, есть даже двойные вкусы, клубничный с шоколадом или с ванилью, это рисовая каша. Ну вот, и вот тут вот всякие такие десертики. Ну, я думаю, что практически все везде одинаково. Вот это такой йогурт с всякими вот, допустим, там фруктами, тут варенье, там еще какие-нибудь хлопья, шоколадные шарики. Вот у меня дочка любит здесь, обычно не берут. Ну, вот эти Данио очень вкусные. Ну, это есть, вот я знаю, в Украине точно есть. Айран, вот, кстати, дешевые. И вот кефиры. Сейчас большой выбор кефира. Раньше кефира не было. Карне Мелк. Ну, кто-то мне когда-то сказал, это как ряженка. Нет, это не ряженка. Это молоко. А Карне Мелк, это как, может, топленое молоко или не топленое. В общем, не знаю, как скисшее молоко. Козье, вот, кстати, молоко. Козий йогурт. Я раньше дочке всегда брала. Когда она ела сухие завтраки, я ей брала козье молоко. Ну вот разная упаковка, разные фирмы представлены, бренды. Здесь представлено жирное молоко. Вот халов, это наполовину жирное. Вот фол и мелк, это жирное молоко. Био, вот халов, фолы и фолы, мелк. Видите? Есть также био молоко, биологическое. Это вот активия. Вот такие цены. Актимел. Якулт у меня дочка любит. И вот разные йогурты. Здесь хочу вам показать вот различные крупы. Льняное семя, пшеница, семена чиа, киноа. И первый раз увидела гречку, хепофта. Воздушная, знаете, как воздушный рис, как кукуруза. Вот. И очень интересно, первый раз увидела. Надо будет взять, попробовать. Здесь вот тоже, смотрите, вот хлопья разные. Обратите внимание, семечки подсолнечника и тыквы. Цена какая? А здесь разные бобы. Горох, фасоль. Вот, и темная, и белая. Посмотрите. А здесь кукуруза и линзен. Чечевица. Сушка, кокосы, яблоки. В самом низу, вверху ягоды.